Утром среды у остановки 38-я школа автомобилист на кроссовере не совладал с управлением из-за плохого самочувствия и, выехав на полосу встречного движения, устроил аварию. 48-летний водитель аутлендера врезался в стоящую у светофора иномарку. Под удар попала 34-летняя хабаровчанка на Камри. Женщина ехала по делам по улице Тихоокеанской в сторону северного микрорайона. Она двигалась по левой полосе и остановилась на красный у стоп-линии. Виновник аварии ехал по Бойко-Павлова и поворачивал на перекрестке направо. Мужчине стало плохо, он не рассчитал радиус поворота и оказался на полосе встречного движения. Благо, столкновение было не сильным, и обе иномарки остались на ходу. Шофер лишь слегка уперся в седан и чудом не зацепил машину, которая могла бы также стоять в первом ряду. После ДТП сразу было понятно, что с шофером что-то не так. Водитель кроссовера, имеющий плотное телосложение, был в сознании, но не мог самостоятельно ходить. Автомобилистка и очевидцы вызвали скорую помощь. Инспекторы ГИБДД помогли занести проблемного пациента в карету неотложки. Медики на месте осмотрели горожанина. Опьянение у него не выявлено. Неадекватное поведение было связано с каким-то приступом. В любом случае, мужчина нуждался в тщательном медобследовании. С документами и у виновника, и у автомобилистки все было в порядке. Аутлендер после оформления аварии забрали родственники увезенного в больницу шофера. С места происшествия Ольга Горбунова и Андрей Алферов.